Для этого нам надо сделать здесь сложные такие вот вещи. Еще раз ее же. Предложение еще. Я очень благодарен Тимурке за то, что вот как-то он мне позвонил, сказал: слушай, Олег, тут, в общем, что-то мне пришла мысль одна. Я захотел написать гимн клубу «Ура». Ну, то есть он даже не сказал, что гимн клубу «Ура». Он сказал, просто я гимн написал. Думаю, ну классно, мало ли гимнов разных бывает. Вот. И
получился очень даже классный гимн, который до сих пор у нас есть, поется. И за это мы очень благодарны. И сейчас пробуем найти его.